пари, бро, это срочное включение. Мы только что с Настей приехали из ресторана. Входная дверь нашего дома была открыта. И по всему дому разбросаны чьи-то волосы. Я без понятия, что это за волосы. У меня они не такие длинные, у Насти не насколько черные. Еще очень странно, что замок входной двери не был сломан. Как видите, он полностью цел. То есть тот, кто залез в наш дом, смог открыть двери ключом. Ничего не пропало, и все вещи на месте. Если бы это были грабители, все бы было разбросано. Да, я с тобой согласен. Еще очень странно, что датчики движения не сработали, они выключены. То есть тот, кто залез в наш дом, знал, как их выключить. Поэтому я предлагаю посмотреть по скрытым камерам, что здесь происходило, пока нас не было. Окей, банда, датчики движения этот грабитель взломал, но скрытые камеры не смог, поэтому давайте посмотрим по камерам, что же происходило в этом доме, пока нас здесь не было. И я уже кого-то вижу, посмотри, там кто-то перелез через забор. Кто это может быть? Не знаю, это похоже на человека, какую-то женщину. Что за бред, кто это такая, что ей надо от нас? Банда, с этим домом реально что-то не так. В прошлый раз, как только мы сюда заехали, мы сняли девушку, которая жила в тайной комнате, а потом та танцующая леди, а теперь вот это, кто это такая? И посмотри, как она заглядывает в окна, ты видишь это? Это очень странно. Она разглядывает, нету ли кого-то дома. Интересно, если бы мы остались дома, что бы она тогда делала, просто ушла? Тем не менее, куда она идет? Что происходит, банда? О, черт, посмотрите, как она оглядывается. Она точно не хочет, чтобы ее кто-то заметил. Но куда она бежит? Что с ней происходит? Посмотри на это лицо, ты видишь? Это очень страшно. Что это было, банда? Я просто в шоке, она очень страшная. И она бежит к одной двери. И посмотри, у нее был ключ, но откуда? Я не терял свои ключи. Мои ключи на месте. О, черт, банда, откуда у нее ключи? Что за бред? Она так просто зашла в наш дом. Я просто в шоке со всего этого, банда. Что вообще происходит? И посмотрите, как она оглядывается. О, черт, какая же она страшная. Что у нее с руками? Там огромные когти, ты видишь это? Это 100% не человек, банда. Я не знаю, что это такое. Она пришла на кухню, но зачем? Что ей здесь надо? Что она ищет, банда? Она взяла нож, ты видишь это? Неужели она собиралась меня убить? Я просто в шоке, банда. Что вообще происходит? Господи, это такая жизнь, банда, я не могу поверить своим глазам. Пока нас не было дома, здесь бродила какая-то странная женщина. И она поднимается на второй этаж. Посмотрите, как она странно себя ведет. Она точно знает, где что находится в этом доме, как будто уже раньше здесь была. Но она поднимается на второй этаж. Интересно, что ей здесь надо? Неужели она реально собиралась меня убить, банда? Я просто в шоке. Она идет в первую спальню. Это просто какая-то жесть. Посмотрите, она врывается сюда с ножом. Она реально хочет меня убить, но почему? Я без понятия, кто это такая. О, господи, я просто в шоке. Она идет на выход. Дальше она уже идет в мой кабинет. К счастью, у меня тогда не было дома. Мы с Настей были в ресторане, как я уже говорил ранее. Просто посмотрите на эту жесть. Какая же она страшная. Что у нее с лицом? У нее такая огромная улыбка. Ты видишь это? Да, очень страшно и жутко. Да, как будто ее рот разорван. И посмотри, я забыл застелить кровать с утра. Она думает, что это я там сплю. Это просто жесть, банда. Что она собирается делать дальше? Это просто ужас. Посмотри, она реально хотела меня убить, банда. Вы видите это? Я просто в шоке. О, черт, это мы приехали, она нас услышала. В это время мы только что приехали, это было вот прям 5 минут назад. Банда, посмотрите, она бежит в кабинет. Она видит нас в это окно прямо сейчас. Вот, посмотрите, это мы. Мы только что приехали из ресторана. Это просто жесть, банда, я в таком шоке. Но, погодите, куда она делась? Что происходит? Она куда-то бежит, ты видишь это? Куда? Она ищет, где ей спрятаться. О, господи, банда, она прячется в гардеробной. Это просто жесть. Неужели она все еще в нашем доме, банда? Это просто ужас. Я просто в шоке, банда. В нашем доме прямо сейчас какая-то странная женщина. И она еще так просто залезла в наш дом. Ты как думаешь, откуда у нее ключи? А что, если она жила здесь до тебя и оставила себе ключи? О, черт, я об этом и не думал. Но это объясняет то, почему датчики движения были выключены, а скрытые камеры работали. И датчики движения уже стояли здесь до того, как я сюда заехал, а скрытые камеры поставил я сам. И если она и вправду жила здесь до меня, то она просто не знает о этих скрытых камерах. Но все же, банда, нам нужно прямо сейчас ее выгнать из нашего дома. Возьму на всякий случай биту, думаю, она нам точно поможет. Держи! Теперь понятно, откуда все эти волосы. Просто посмотрите, как их много. И обратите внимание, они все ведут к лестнице прямо на второй этаж, где она прямо сейчас. О, господи, банда, это такая жесть. Посмотрите на это. Черт, как же это так?
отвратительно, фу. Я вам серьезно говорю, с этим домом что-то не так, здесь постоянно что-то происходит. Все эти люди, которые нас преследуют, очень странные. Она вроде бы прямо сейчас в этой комнате, бандой, посмотрите, там уже лежат ее волосы. Надеюсь, что мы справимся и сможем выгнать ее из нашего дома. О, черт, банда, просто посмотрите на это. Я в таком шоке. Она прямо сейчас в этой гардеробной. Как только я открою дверь и сразу же нападай на нее и врубай ее. Надеюсь, банда, мы справимся. Это такая жесть, просто посмотрите. Она реально прямо сейчас тут. Банда, уберем эти волосы, я открываю двери. Ага! Что за бред? Диана, ее здесь нету! Возможно, она сбежала! В смысле, она пришла, чтобы убить нас и так просто сбежала? Что за бред, банда? Куда она могла деться? Что это? Ты слышишь? Она на крыше? Не знаю, звуки реально как будто идут оттуда. Черт! Балкон открыть! Неужели она вылезла на крышу? Просто посмотрите, здесь лестница! О, черт, банда, неужели она реально где-то там? Я просто не могу в это поверить, она реально залезла на крышу, ходит где-то там. Банда, это жесть! Давай попробуем отследить ее по звукам, может быть поймем, где она слезет. Хорошая идея, так мы сможем ее поймать. Сейчас она вроде бы над нами, она только залезла на крышу. А теперь она начинает куда-то идти. Что за бред, банда? Что вообще происходит? Я в таком шоке от всего этого. Ну, я думаю, что она хочет найти окно в крыше, чтобы снова залезть внутрь дома и напасть на нас внезапно. О, черт, здесь как будто шаги разделяются. Не понимаю, где она? Куда она идет? Черт, что происходит, банда? Это просто какая-то жесть. Она вроде бы где-то здесь. О, черт, банда. А, здесь, банда, посмотрите! О, черт! А, у нее нос! Где твоя бита? Бежим быстрее, давай! Это просто жесть, банда, она реально хочет нас убить, я в таком шоке! Давай быстрее! Она здесь, прячемся! Это просто жесть, банда, вы видели это? Посмотрите, что она делает! Вали отсюда, женщина, проваливай! О, черт, банда, вы слышите это? Это просто жесть, что вообще происходит? О, черт! Посмотрите, что она делает ножом! Вали отсюда, женщина, проваливай! Это просто жесть, банда, я не верю своим глазам! О, черт! Мне кажется, она ушла. Ее вроде бы не слышно. Я боюсь выходить. Я тоже. Мы останемся здесь. Мы не будем выходить. Это слишком опасно, банда. Окей, банда, прошло уже около 2 часов. Мы все еще сидим здесь и никуда не выходили. Мы не знаем, в доме она или нет, но кто-то из нас должен уже пойти на разведку. Я не пойду, я боюсь. Я тоже. Погоди, у меня здесь дрон лежит, я забыл про него. Здесь лежит мой старый черный дрон Малик. Я думаю, вы все его помните, он стал легендой при жизни. Из-за того, что этот дрон маленький, я смогу запустить его внутри дома и спокойно летать между комнатами. И если эта женщина все еще в нашем доме, то мы 100% ее увидим. Окей, банда, я надеюсь, что это сработает, но нужно вести себя максимально тихо. Я вроде бы нигде ее не вижу, ее там нету. Аккуратней, Сереж. Это 100% должно сработать. Давайте теперь запустим дрон и проверим наш дом. Итак, банда, я включил дрон. Давайте попробуем аккуратно взлететь. Просто посмотрите, я реально взлетаю внутри дома. Вы видите эту жесть? Нужно быть очень аккуратным, чтобы ни во что не врезаться, иначе дрон просто сломается. Тем не менее, я нигде не вижу эту женщину. Неужели она ушла? Мы пока сидели, прятались здесь эти несколько часов. Мы загуглили в интернете, на кого же похожа эта женщина. И вы не поверите, банда, но она очень сильно похожа на маму Иксе. Я не понимаю, что она вообще делает в моем доме, что от меня надо. Тем не менее, я продолжаю аккуратно лететь. В гостиной я вроде бы никого не вижу, там никого нету. Нужно еще проверить главный вход, может быть, она реально ушла. Но дверь все так же закрыта, получается, она все еще в доме. Я должен как-то быстро ее найти. Окей, банда, попытаюсь как-то аккуратно полететь в гостиную, может быть, она где-то там. Это такая жесть, банда, я не понимаю, что от меня надо, почему она пришла ко мне домой. Если она и вправду жила здесь у меня, то это полная жесть. Тем не менее, банда, посмотрите, вот в зеркале так выглядит дрон, я реально на нем летаю внутри дома. Куда же она могла деться, я реально не понимаю, банда. Давайте посмотрим еще в другой части дома. Здесь тоже пусто, все так же, как и было. Неужели она на втором этаже? Это мама Икса, может быть, где угодно, даже стоит под какой-то дверью. Тем не менее, банда, я аккуратно пытаюсь лететь на кухню. Посмотрите, что это? Там лежат какие-то ножи, вы видите это? Неужели она снова искала какие-то ножи? Просто жесть. Нужно аккуратно облететь эту колонну, чтобы посмотреть. Просто гляньте на это. Там реально лежат разбросанные ножи, вы видите это? То есть она взяла еще несколько ножей, чтобы убить нас. Это полная жесть, банда, я просто не верю своим глазам. Скорее всего, она взяла один нож, чтобы убить только меня. Но потом она увидела, что в доме еще и Настя, и взяла еще один нож для нее. Это полная жесть, банда, я в таком шоке от всего
этого. Она реально просто разбросала все мои ножи, вы видите эту жесть? Тем не менее, я вроде бы нигде ее не видел на первом этаже. Итак, банда, я аккуратно пытаюсь лететь на второй этаж, чтобы ничего не задеть. Просто посмотрите на это. Здесь ее вроде бы нигде не видно, нужно посмотреть во всех спальнях. Итак, я аккуратно залетаю, черт. Надеюсь, ни во что не врежусь. Тем не менее, я ее здесь вроде бы нигде не вижу. Хотя все двери открыты, она может быть где угодно. Я думаю, что если она и вправду жила в этом доме до тебя, то она хочет убить тебя, чтобы снова здесь жить. О, черт, это реально может быть так. Тогда нужно придумать, как ее остановить. Итак, я аккуратно влетаю в прихожую. Давайте заглянем в первую спальню. Здесь вроде бы никого нету, все так же разбросаны вещи. Да, нам оплатиться, я не понимаю, банда. В эти две комнаты уже будет тяжело заглянуть, туда будет очень сложно пролететь. Тем не менее, банда, я вроде бы и там ее нигде не пишу. О, черт, посмотрите! Она прямо сейчас в прачечной смотрит на мой трон! Вы видите эту жесть, какая она страшная! Я просто не могу поверить своим глазам! Она бежит на мой трон, о, черт! Я пытаюсь отлететь, посмотрите! Она махала своим ножом, но она убегает! Неужели она испугалась моего дрона? Она прямо сейчас где-то здесь! Это такая жесть, банда! Я пытаюсь за ней аккуратно полететь. Неужели она реально испугалась моего дрона и просто убегает из моего дома? Дрон очень тяжело управляется в этой комнате из-за колонны. Тем не менее, вот я пролетел, банда, это такая жесть! Окей, входная дверь закрыта. Неужели она все еще в доме? Нужно как-то аккуратно пролететь и проверить общую гардеробную. Может быть, она где-то там. Итак, банда, я аккуратно залетаю. Вроде бы нигде ее не вижу. Это просто жесть, я все еще не вижу. Это... Господи, банда, я просто не верю своим глазам. Посмотрите на ее лицо, какое оно страшное. У нее реально как будто разорван рот. Вы видите эту жесть? Куда она несет мой дрон? Я ничего не понимаю. Я не могу ничего сделать с ним. Что происходит? Что она делает? Она просто кинула мой дрон в гардеробную и закрыла дверь, она ушла. Черт, банда, это просто жесть. Нужно срочно что-то придумать, пока она на втором этаже. Мы можем попытаться очень быстро выбежать с этой комнаты и побежать к выходу. Возможно, она не успеет нас поймать, а мы сможем позвать кого-то на помощь. Ты готова, Настя? Давай, только быстро! Окей, выходи! Беги, Настя, давай, быстрее! О, черт, это просто жесть! О, господи, она уже здесь! Если увидите эту женщину, Икс, то бегите, зовите на помощь, пока!